накидала им булок. Вот она. Одна утка под... Все съест. Ну ешь. Булочку ей подкидывала, что маленькая. Это же девочка, да, пестренькая? Да. Пестренькая, да. Вторая там. Обе девочки. Обе девочки. Ну, кушай, кушай. А там людей много, их кормят. А вон, смотри, еще плывет, еще одна. Чувствует, на еду идут, дают еду. Еду дают. Давай, плыви, плыви, а то что-то это стесняется. Что там, вон там булка недоеденная. Плавает. О, смотри, все торопится, торопится. Классно. Да давайте, вон там, няма-няма. Вот тут, вон плавает рядом со мной, они боятся просто. О, смелая девочка, давай, ешь, что пропадать добру. Они что-то там внизу собирают. А та что-то, а вот сейчас подплывает, подплывает. Ешь, ешь. Ну, ничего не пропало, смотри. Это что-то стеснялась буйкой, какая все-таки все сожрала. Правильно. Правильно, а что? Дети молоко, а молодец. Клювом не щелкает. Ты молодец, все съел. Ну, это хорошая булка, булочка с изюмом называется. 14 рублей за шана. Опять, что за трюфель, очень вкусный. Ну, это Мячеслав Анатольевич привез из Турции, по-моему. Ну, откуда-то, мы не знаем откуда. Я думала, знаешь, как они обычно, как жидкие, а тут просто нет, пропитано. Ну, пропитано, вкусно, да. Очень вкусно. Ну, если я больше двух ем, у меня аллергия. Да, пожалуйста, ты маленькая. Да что она испугалась? Да, смотри, у нее белых, а у них у всех белые пустики. Ну все, покормили животных, можно идти. А та уплыла. Ну та какая-то стеснительная. Вот кто стеснительный, тот голодный и остался. Та более пёстренькая. Вот эта бойка, эта одна вообще молодец. А которая молодец? Вот с черной головой, да. Раз приплыла, все съела, что давай еще. А, на хорошего помощь.